Я очень удивлена, и я даже не готовилась на первое место. Я просто в голове держала: сделай то, Оля, что ты можешь, к чему ты весь год готовилась, и где-то свои мечты исполнить. У меня нету сумасшедшего подъема эмоций, у меня просто жажда удовлетворить своих болельщиков, показать то, что я могу, и сделать это как более технично, красиво.